Итак, снова здравствуйте, дамы и господа. Мы проходим наш специальный мануальный массаж по воздействию на тело человека и подготовке его к дальнейшим мануальным манипуляциям. Сейчас мы проходим руку. Руку спереди, когда человек к нам лежит лицом. Для этого будем раскрывать ее максимально удобными местами для нас. Сначала наносим масло на всю руку и плечо. Про технику я уже много говорил, поэтому сейчас подробно останавливаться не будем. Разминаем и растираем достаточно быстро, согреваем ткани с грудными мышцами, которые тоже идут сюда, к руке цепляются. Отдельно плечо прорабатываем, разминая его, растягивая. Чтобы больше открылась рука, можно ее положить и на свое колено. Вот так вот, например. Так еще лучше идет лимфоотток. Все движения у нас на каждой зоне идут от конечности к центру организма, к сердцу. Соответственно, опять делим на зоны. Раз зона, сейчас у нас вторая идет зона, потом будет третья, четвертая и пальцы в пятая зона. Скручивание. Обязательно эти все мышцы любят скручивание. Разминание верхней части груди. И все уводим сюда в подмышечную впадину. Можно уже начинать и эту часть прорабатывать. Опять же делим условно по вертикали пополам. Вот эту часть мышц прорабатываем, да? Потом вот эту. На растяжение, на скручивание. Скручивание можно делать достаточно сильно, особенно мужчина любит сильное скручивание. Сразу отпускается рука, расслабляется. Покачали ее. Слабили и раскрываем ладонь в нашу сторону. Ну, про пальчики я уже говорил в прошлый раз, да? Достаточно удобно. Стоя их можно проработать, поглаживая, растирая между костяшками в четырех направлениях. И теперь раскрываем ладонь целиком, подсовывая пальцы вот таким образом. Выворачивая как бы наизнанку ее. Прорабатываем все сочленения. Внутреннюю часть ладони массируем большими такими энергичными движениями. Холм Марса, холм Венеры. Среднюю часть сухожилия тут идут вот так вот. Параллельно ладони, поэтому параллельно в обратную сторону вот такой отток идет лимфы, крови. Запястье отдельно с этой стороны и с этой стороны. Опять продавили их. Скручивание по 45 градусов с продавлением вот этих точек. Скручивание под 90 градусов рука. В обратную сторону пальцы растягиваем максимально, насколько возможно. Видите, я противоположными пальцами поджимаю их, чтобы они максимально растянулись. В эту сторону большим пальцем отдельно растянули. И можно лимфу спустить вот таким большим захватом по всей руке. Если есть какие-нибудь, например, блоки, болевые места, да, вот, где крепятся, например, мышцы в локте, мы можем их отдельно, ну, соответственно, руку уже разворачиваем вот этой частью.
Мы можем их отдельно проработать, каждую эту мышцу маленькую, да, продавить те места, где сухожилие крепится. Локоток также обработать. Ну, опять же, смотрите, если вам нужно еще больше раскрыть, да, опять можете положить на свое колено. Вот рука раскрылась, да. Очень удобно прорабатывать вот эти места крепления вокруг каждой косточки. Ищем, где болевая мышца идет. Если вдруг, да, вот тут была такая болезненная точка, их можно продавить, провибрировать и немножко так вот щелкнуть можно на скручивание. Раз, два, только не сильно, это так легонечко делается. Следующий прием вправления ключицы, можно вот так вот тянем. Желательно это делать, естественно, без масла уже, либо через салфетку, через тряпочку, через полотенчика. Рука прямая. Давим на лопатку и вот в ту сторону вверх. Раз. Теперь смотрите, теперь три сочленения: запястье, локоть и ключица. Рука должна быть почти прямая, но лежать вот на вот этой косточке. Полусогнутая такая. Раскачиваем. Сюда, как вот лодочку, да? Потом доходим, вот, почувствовать момент и одновременно в разные стороны. Произойдет мобилизация и щелчок. Ну, либо в одном месте, либо сразу в трех местах. Далее, если мышцы вот тут спазмированы, да, или здесь спазмированы, можно их делать с скручиванием. Например, вот мы эту мышцу разминаем, да, а сами рукой помогаем. Подкручиваем, чтобы она шевелилась, эта мышца, сама терлась наш пальчик. Или здесь вот. Сама трется и массируется в наш палец. Также и в эту сторону. Ну, в конце, как правило, дохлопали, провибрировали и спустили весь негатив в обратную сторону. Также можно человека немножко потрясти за плечо, чтобы расслабилось плечо. Вуаля! Готово! Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Лавгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. И не забудьте нажать на колокольчик сверху, чтобы вы постоянно получали новые и новые видео и полезные уроки. До новых встреч, дорогие друзья!